Для того, чтобы рассказать о нем, мы совершим экскурс в средневековую Японию. В XI веке дамам при императорском дворце запрещалось даже произносить название этого гриба – мацутаке. Этот вид гриба, который в основном растет в сосновых лесах, за многие века приобрел славу легендарного деликатеса. Из-за его необычной формы ему приписывали свойства афродизиака. Коричневый мацутаки встречается в Германии, но крайне редко. В Японии этот гриб почитался в течение многих веков. И сегодня эти грибы приятно преподносить в дар, но никогда женщине. Говорят, за пару таких грибов было заплачено 10 тысяч долларов. Но не обязательно платить так много. Можно купить тонкий ломтик этого гриба. И все-таки я нашел несколько замечательных съедобных грибов. Грибная охота – это приятное и полезное времяпрепровождение. Конечно, грибы можно купить, хотя они недешевы, но и не так дороги, как японский гриб мацутаки. Прошли времена, когда мы ничего не знали о том, как растут грибы. Теперь нам известно, что такое мицелий или грибница, представляющая собой переплетение тонких нитей. Эти нити, словно паутина, пронизывают огромные пространства, целые континенты. Это сложная экосистема, что-то вроде органического интернета. Ученые 20 века подтвердили то, во что верили и что почитали примитивные племена много веков назад. Как гласит древняя сибирская легенда, среди деревьев, в долинах и лесах обитает таинственная сила, дух грибов.